Приступаем к третьему уроку. Девабхаша, Манджуша, Радхамо, Хагаха. Шкатулка санскрита. Первая часть. Тритияха Патхаха. Третий урок. Тритияха Патхаха. Третий урок. Тема Сарванама Прайогаха. Употребление местоимений. Прайогаха. Способы применения. Множественное число. Сарва Наман. Местоимение. Имя для всех. Наман. Имя. Сарва. Все. Сарва Нама. Местоимение. Это слово, заменяющее существительное. Местоимения имеют свой особый тип склонения, отличный от существительного. Ахам балаках. Я мальчик. Ахам я. Балаках мальчик. Рассмотрим местоимение первого лица. Я. На примерах первого падежа. Ахам балакаха. Я мальчик. Единственное число. Первый падеж. Авам балакау. Мы двое мальчики. Авам балакау. А вам местоимение. Мы двое. Первый падеж. Двойственное число. И третий вариант. Ваям балакаха. Мы мальчики. Первое лицо. Множественное число. Первый падеж. Ваям. Итак, это местоимение я. Первый падеж ахам, а вам ваям. И рассмотрим более подробно это личное местоимение. Я. Первое лицо. Рассмотрим все семь падежей этого местоимения. Итак, местоимение «я». Асмат. Асмат. Ахам, авам, ваям. Это первый падеж. Пратхама. Ахам, авам, ваям. Единственное число «экавачанам». Двойственное. Дви вачанам и множественное баху вачанам. Ахам, авам, ваям. Второй падеж. Двития. Мам, ма. Здесь два варианта. Авам, мау. Тоже два варианта. Асман, маха. Тоже два варианта. Мам, ма, авам, нау, асман, наха. Двития, второй падеж. Третий падеж, третия. Моя, авапхям, асмапхихи. Третий падеж. Моя, авапхям, асмапхихи. Четвертый падеж, чатурхи. Махьям, мэ, два варианта. Авапхьям, нау, два варианта. Асмапхьям, маха, два варианта. Чатуртхи, четвертый падеж.
махьям ме авабхьям мау асмабхьям маха. Панчами, пятый падеж. Мат авабхьям асмат. Мат авабхьям асмат. Шаштхи, шестой падеж. Мама ме. Два варианта. Ава йохо нау. Два варианта. Асмакам маха. Два варианта. Мама ме. Ава йохо нау. Асмакам маха. Это шестой падеж. Шаштхи. Седьмой падеж. Саптами. Мои авайохо асмасу. Мои авайохо асмасу. Таковы семь падежей личного местоимения «я». Важно сейчас запомнить первый падеж. Ахам, авам, ваям. Переходим к изучению местоимения второго лица «ты». Первый падеж «твам», «ю», «вам», «ю», «ям». Единственное, двойственное, множественное число. Первый падеж «твам», «ю», «вам», «ю», «ям». Примеры. «Твам» – «чхатраха». «Ты» – студент. Твам чатраха. Ты студент. Местоимение ты. Твам. Единственное число. Первый падеж. Ювам чатрау. Вы двое студенты. Ювам чатрау. Двойственное число. Ювам чатрау. И третий пример. Множественное число. Ю-ям чатраха. Ю-ям чатраха. Вы студенты. Вы студенты. Итак, три примера. Первый падеж. Местоимение ты. Единственное, двойственное, множественное. Твам, ю-вам, ю-ям. Второе лицо. И теперь личное местоимение «ты». Второе лицо рассмотрим более подробно. Все семь падежей. Первый падеж «твам», «ю», «вам», «ю», «ям». Сейчас важно знать это наизусть. Первый падеж «твам», ю вам, ю ям. Итак, местоимение второго лица. Юшмат, ты. Юшмат. Первый падеж пратхама. Твам, ю вам, ю ям. Экавачанам. Двивачанам. Бахувачанам. Второй падеж. Двития. Твам. Тва. Два варианта. Ю вам. Вам. Два варианта. Юшман. Ваха. Два варианта. Второй падеж. Двития. Твам. Тва. Ю вам. Вам. Юшман. Ваха. Третия. Третий падеж. Твоя. Ювабхьям. Юшмабхихи. Твоя. Ювабхьям. Юшмабхихи. Третья. Это третий падеж. Четвертый падеж. Чатурхи. Тупхьям. Т. Два варианта. Ювабхьям,
вам. Два варианта. Юшмабхьям ваха. Два варианта. Чатуртхи. Четвертый падеж. Тупхьям те. Ювабхьям вам. Юшмабхьям ваха. Панчами. Пятый падеж. Тват. Ювабхьям. Юшмат. Панчами. Пятый падеж. Тват. Ювабхьям. Юшмат. Шаштхи. Шестой падеж. Тава. Те. Два варианта. Ювайоху. Вам. Два варианта. Юшмакам. Ваха. Два варианта. Шестой падеж. Шаштхи. Тава. Те. Ювайоху. Вам. Юшмакам. Ваха. Саптами. Седьмой падеж. Твои. Ювайохо. Юшмасу. Саптами. Седьмой падеж. Твои. Ювайохо. Юшмасу. Личное местоимение. Второе лицо. Ты. Важно запомнить сейчас первый падеж. Твам, ювам, ю-ям. Второе лицо. Ты. Первый падеж. Переходим к местоимению, к личному местоимению третьего лица. Причем рассмотрим три рода. Мужской, женский и средний. Сейчас три примера. Третье лицо мужского рода в первом падеже. Саха тау те. Саха тау те. Он, они двое, они. Саха кришакаха. Он крестьянин. Саха кришакаха. Тау кришакау. Они двое крестьяне. Тау кришакау. Двойственное число. И множественное. Те кришакаха. Те кришакаха. Они крестьяне. Саха тау те. Первый падеж. Единственное число, двойственное и множественное. Личное местоимение третьего лица мужского рода. В первом падеже по числам саха тау те. И теперь рассмотрим более подробно местоимение личное мужского рода, третье лицо. Он. Первый падеж. Саха тау те. Саха тау те. Семь падежей. Первый падеж. Пратхама. Пратхама випхактихи. Первый падеж. Саха тау те по числам. Единственное, двойственное, множественное. Экавачанам, двивачанам, бахувачанам. Двития. Второй падеж. Там, тау, тан. Двития випхактихи. Там, тау, тан. Третий падеж. Трития випхактихи. Тена, тапхэм, тайх. Третия. Тена, тапхэм, тайх. Четвертый падеж. Чатуртхи, випхактихи. Тасмай, тапхэм, тэпхэха. Четвертый падеж. Тасмай, тапхэм, тэпхэха.
Панчами. Пятый падеж. Панчами випхактихи. Пятый падеж. Тасмат тапхьям тепхьяха. Тасмат тапхьям тепхьяха. Шестой падеж. Шаштхи. Шаштхи випхактихи. Шестой падеж. Тасья тайофу тешам. Тасья тайофу тешам. Саптами випхактихи. Седьмой падеж. Саптами випхактихи. Тасмин тайофу тешу. Тасмин тайофу тешу. Итак, это семь падежей личного местоимения, третье лицо, мужской род, он. Нам важно сейчас запомнить первый падеж во всех числах. Единственное, двойственное и множественное. Саха, тау, те. Местоимение он. Переходим к местоимению третьего лица женского рода. Также рассмотрим три примера в единственном, двойственном и множественном числе. Местоимение она. Са, те, таха. Са, те, таха. Единственное число. Са балика. Она девушка. Местоимение са. Са балика. Она девушка. Двойственное. Те балике. Те балике. Они двое девушки. Они двое девушки. Те балике. Множественное число. Таха баликаха. Таха баликаха. Они девушки. Таха баликаха. Третье лицо. Женский род. Она. В первом падеже. Са те таха. Са те таха. И теперь более подробно местоимение личное, третье лицо женского рода. Она. В первом падеже по числам. Са, те, таха. Са, те, таха. И рассмотрим все семь падежей данного личного местоимения. Пратхама випхактихи. Первый падеж. Са, те, таха. Единственное, двойственное, множественное число. Экавачанам, двивачанам, бахувачанам. Са, те, таха. Двитие випхактихи. Там, те, таха. Там, те, таха. Третие випхактихи. Тая тапхьям тапхихи. Тая тапхьям тапхихи. Чатурдхи випхактихи. Тасьяй тапхьям тапхьяха. Тасьяй тапхьям тапхьяха. Панчами випхактихи. Тасьяха тапхьям тапхьяха. Тасьяха тапхьям тапхьяха. Шаштхи випхактихи. Тасьяха тайоху тасам. Тасьяха тайоху тасам. Саптами
Випапкихи. Тасьям, тайоху, тасу. Тасьям, тайоху, тасу. Семь падежей личного местоимения третьего лица женского рода. Она в первом падеже по числам са те таха. Са те таха. Теперь рассмотрим указательные местоимения мужского рода, женского и среднего. И, соответственно, посмотрим на три примера. Аям мунихи. Аям мунихи. Этот мудрец. Аям мунихи. Это мужской род. Иям нари. Иям нари. Это женщина. Иям нари. Женский род. Иям. Местоимение это. Указательное. И третий пример. Идам пустакам. Это книга. Идам пустакам. Средний род. Идам. В первом падеже по числам мужской род аям имау ине, женский род иям ине имаха и средний род идам ине имани. Более подробно рассмотрим указательные местоимения мужского рода это, этот. Аям, имау, имэ. Первый падеж по числам. Итак, семь падежей. Первый падеж. Прадхамо випактихи. Аям, имау, имэ. Единственное, двойственное, множественное. Эка-вачанам, дви-вачанам, баху-вачанам. Двитие випактихи. Имам, энам. Два варианта. Имау, энау. Два варианта. Иман, энан. Два варианта. Двитие випактихи. Второй падеж. Имам, энам. Имау, энау. Иман, энан. Третия випактихи, третий падеж. Анена, энена. Два варианта. Абхьям, эпхихи. Анена, энена. Абхьям, эпхихи. Чатуртхи випактихи, четвертый падеж. Асмай, абхьям, эпхьяха. Асмай абхьям эпхьяха. Панчами випактихи. Асмат абхьям эпхьяха. Асмат абхьям эпхьяха. Шаштхи випактихи. Шестой падеж. Асья анайохо энайохо. Два варианта. Эшам. Шаштхи випактихи. Асья анайохо энайохо. Эшам. Седьмой падеж. Саптами випактихи. Асмин анайохо энайохо. Два варианта. Эшу. Асмин анайохо энайохо. Эшу. Это указательные местоимения мужского рода «это», «этот». Первый падеж по числам «аям»,
имау, име, мужской род. Указательное местоимение женского рода это в первом падеже по числам и ям, и мэ, и маха. И ям, и мэ, и маха. И теперь более подробно все семь падежей. Первый падеж пратхама випхактихи. И ям, и мэ, и маха. Эка-вачанам, дви-вачанам, баху-вачанам. Единственное число, двойственное число, множественное число. Двития випактихи. Второй падеж. Имам, энам. Два варианта. Име, эме. Два варианта. Имаха, энаха. Два варианта. Имам, энам. Име, эне. Имаха, энаха. Третия випхактихи. Третий падеж. Аная. Эная. Два варианта. Абхьям. Абхихи. Аная. Эная, Абхьям, Абхихи. Чатуртхи випхактихи. Четвертый падеж. Асьяй, Абхьям, Абхьяха. Асьяй, Абхьям, Абхьяха. Панчами випхактихи. Асьяха, Абхьям, Эбхьяха. Асьяха, Абхьям, Эбхьяха. Шаштхи випхактихи. Шестой падеж. Асьяха, Анайоху, Энайоху. Два варианта. Асам. Асьяха, Анайоху, Энайоху. Асам. Саптами випхактихи. Седьмой падеж. Асьям, Анайоху, Энайоху. Два варианта. Асу. Асьям, Анайоху, Энайоху, Асу. Это было склонение по семи падежам. Указательное местоимение женского рода. Это первый падеж по числу. Иям, Име, Имаха. Иям, Име, Имаха. Указательное местоимение это среднего рода. В первом падеже по числам Идам, Име, Имани. Идам, Име, Имани. И теперь более подробно по всем семи падежам. Указательное местоимение среднего рода. Это. Пратхама випхактихи. Первый падеж. По числам. Экавачанам, двивачанам, бахувачанам. Единственное, двойственное, множественное. Идам. Име. Эне. Два варианта. Имани. Энани. Два варианта. Идам. Име. Эне. Имани, энани. Двития випхактихи. Второй падеж. Идам, энат. Име, эне. Два варианта. Имани, энани. Идам, энат. Име, эне. Имани, энани. Третия випхактихи. Анена, энена. Два варианта. Абхьям, эпхихи. Анена, энена. Абхьям, эпхихи.
Чатуртхи випактихи. Четвертый падеж. Асмай абхьям эбхьяха. Асмай абхьям эбхьяха. Панчами випактихи. Пятый падеж. Асмат абхьям эбхьяха. Асмат абхьям эбхьяха. Шаштхи випактихи. Шестой падеж. Асья анайохо энайохо. Два варианта. Эшам. Асья анайохо энайохо. Эшам. Саптами випактихи. Седьмой падеж. Асмин анайохо энайохо. Два варианта. Эшу. Асмин анайохо энайохо. Эшу. Итак, склонение по семи падежам, указательного местоимения среднего рода, это первый падеж по числам, идам, име, имани, идам, име, имани. Переходим к указательному местоимению адас, то. И рассмотрим пример мужского рода. Асау, аму, ами. Первый падеж мужской род. Пример. Асау, дхурттаха, шригалаха. Асау, дхурттаха, шригалаха. Тот хитрый шакал. Местоимение Асау. Первый падеж, мужской род, единственное число. Указательное местоимение мужского рода То. Адас. В первом падеже по числам Асау, Аму, Ами. Более подробно склонение указательного местоимения мужского рода То. Адас по семи падежам. Первый падеж. Пратхамо випактихи. Асау, аму, ами. Двития випактихи. Аму, аму, амун. Третия випактихи. Амуна, амупхьям, амипхихи. Чатуртхи випактихи. Амушмай, амупхьям, амипхьяха. Панчами випактихи. Амушмат, амупхьям, амипхьяха. Шаштхи випактихи. Амушья, амуйохо, амишам. Саптами випактихи. Амушмин, амуйохо, амишу. Указательное местоимение мужского рода то. Адас. В первом падеже по числам склонение Асау, Аму, Ами. Указательное местоимение среднего рода Это, Этад. Средний род, первый падеж по числам Этад, Эте, Этан. Пример. Этат сундарам удьянам. Этат сундарам удьянам. Этот красивый сад. Этат сундарам удьянам.
Указательные местоимения среднего рода – это «этад» в первом падеже, по числам «этад», «эте», «этани». Указательные местоимения среднего рода «это», «этад». Более подробно в семи падежах. Первый падеж. Пратхама випактихи. Этат, эте, этани. Двития випактихи. Этат, энат. Эте, эне. Этани, энани. Третия випактихи. Этена, энена. Этапхьям. Этайх. Четвертый випактихи. Этасмай. Этапхьям. Этепхьяха. Панчами випактихи. Этасмат. Этапхьям. Этепхьяха. Шаштхи випактихи. Этасья, этайово, энайово, этешам. Саптами випактихи. Этасмин, этайово, энайово, этешу. Указательные местоимения среднего рода это этад. Склонение в первом падеже по числам этат, эте, этани. Указательное местоимение мужского рода то, адас, по числам в первом падеже склонение асау, аму, ами. Вопросительное местоимение мужского рода «кто?» – «ким?» Склонение по числам в первом падеже – «каха», «кау», «ке». И пример употребления этих местоимений. «Каха асау балакаха». «Каха асау балакаха». Кто тот мальчик? Кто тот мальчик? Каха в первом падеже мужского рода единственного числа. Асау тот первый падеж мужского рода единственное число. Балакаха мальчик первый падеж мужского рода единственное число. Каха асау балакаха. Кто тот мальчик? Еще раз повторим более подробно указательное местоимение мужского рода то адас по семи падежам. Первый падеж. Пратхама випактихи. Асау аму ами. Двития випактихи. Амум, аму, амун. Третия випактихи. Амума, амупьям, амипхи. Четвертый випактихи. Амушмай, амупьям, амипхяха. Панчами випактихи. Амушмат, амупьям, амипхьяха. Шаштхи випактихи. Амушья, амуйохо, амишам. Саптами випактихи. Амушмин, амуйохо, амишу. Указательное местоимение мужского рода то, адас,
склонение в первом падеже, по числам, асау, аму, амин. Вопросительное местоимение мужского рода кто? Ким. Склонение по семи падежам. Первый падеж. Пратхама випактихи. Каха, кау, ке. Двития випактихи. Кам, кау, кан. Третия випактихи. Кена, капхям, кайх. Чатурти випактихи. Касмай, капхям, кепхяха. Панчами випактихи. Касмат, капхям, кепхяха. Шаштхи, касья, кайоху, кешам. Саптами випактихи. Касмин, кайохо, кешу. Вопросительное местоимение мужского рода кто? Ким. Склонение в первом падеже по числам каха, кау, ке. Следующий пример. Аям, тасья, храта. Аям, тасья, бхрата. Это его брат. Аям, тасья, храта. Это его брат. Аям. Первый падеж, мужской род, единственное число. Это местоимение. Указательное мужского рода. Это идам. В первом падеже склонение по числам аям, имау, име. Аям, имау, име. Тасья. Шестой падеж. Третье лицо. Единственное число. Мужской род. Тасья. Его. Это личное местоимение, третье лицо, мужской род, он. Склонение в первом падеже по числам саха, тау, те. Саха, тау, те. В шестом падеже тасья. Личное местоимение, третье лицо, мужской род, он. Тад. Слово «бхрата» стоит в первом падеже. Мужской род, единственное число. Слово «бхратри» – брат. «Бхратри» и склонение в первом падеже по числам «бхрата», «бхратарау», «бхратараха». «Бхрата», пратарау, пратараха. Сам пример потребления двух местоимений и существительного брат. Аям тасья прата. Это его брат. Еще раз повторяем склонение по семи падежам. Указательного местоимения мужского рода это и дам. Мужской род. Указательное местоимение это. Первый падеж пратхама випактихи. Аям, имау, име. Двития випактихи. Имам, энам. Имау, энау. Иман, энам. Третия випактихи анена энена апхям эпхи.
Чатуртхи випхактихи, Асмай Абхьям Эбхьяха, Панчами випхактихи, Асмат Абхьям Эбхьяха, Шаштхи випхактихи, Асья Анайохо Энайохо, Эшам. Саптами випхактихи, Асмин Анайохо Энайохо, Эшу. Указательное местоимение мужского рода это «идам». В первом падеже склонение по числам «аям», «имау», «име». «Аям», «имау», «име». Повторяем склонение личного местоимения «тад». Третье лицо, мужской род. Первый падеж. Пратхама випхактихи. Саха тау те. Саха тау те. Двития випхактихи. Там тау тан. Третия випхактихи тена тапхьям тайх. Чатуртхи випхактихи тасмай тапхьям тепьяха. Панчами випхактихи тасмат тапхьям тепьяха. Шаштхи випхактихи тася тайохо тэшам. Саптами випхактихи тасмин тайохо тэшу. Личное местоимение, третье лицо, мужской род. Тад. Склонение в первом падеже по числам саха тау тэ. Саха тау. Рассмотрим склонение по падежам слова «бхратри». Слово «брат» мужского рода. «Бхратри». Первый падеж. «Прата», «пратарау», «пратараха». Второй. Пратарам. Пратарау. Пратрин. Третий. Пратра. Пратрипхян. Пратрипхихи. Четвертый. Пратре. Пратрипхян. Пратрипьяха. Пятый. Пратуху. Пратрипьям. Пратрипьяха. Шестой. Пратуху. Пратроху. Пратринам. Седьмой. Пратари. Пратроху. Пратришу. Восьмой. Пратаха. Пратарау. Пратараха. Слово «бхратри» – брат мужского рода. Следующий пример употребления местоимений. Ким тава нама. Как твое имя? Ким тава нама. Как твое имя? Местоимение «ким» и местоимение «тава». Местоимение «ким». Первый падеж, средний род, единственное число. По числам «ким», «кэ», «кани».
Вопросительное местоимение среднего рода «кто?» «Ким?» «Ким?» «Кэ?» «Кани?» Местоимение «тава?» Второе лицо, шестой падеж, единственное число. Твое. Это личное местоимение. Второе лицо – ты. Юшмат. Юшмат. Личное местоимение, второе лицо – ты. Склонение в первом падеже по числам. Твам, ю вам, ю ям. Твам, ю вам, ю ям. В шестом падеже, единственном числе, склонение тава. Итак, сам пример. Ким тава нама. Как твое имя? Ким тава нама. Разбираем более подробно склонение вопросительного местоимения среднего рода ким, что, какой. Вопросительное местоимение средний род что, какой, ким. Первый падеж. Пратхама випактихи. Ким, кэ, кани. Двития випактихи ким кэ кани. Третия випактихи кэна капхям каих. Четвертая випактихи касмай капхям кэпхяха. Панчами випактихи касмат капхям кэп. Шаштхи випактихи касья кайохо кэшам. Саптами випактихи касмин кайохо кэшу. Вопросительное местоимение средний род что, какой, ким, ким. Склонение в первом падеже по числам ким кэ кани. Ким кэ кани. Повторяем склонение по семи падежам личного местоимения. Второе лицо ты. Юшмад. Юшмад. Личное местоимение, второе лицо ты. Первый падеж. Пратхама випактихи. Твам, ювам, юям. Двития випактихи. Твам, тва. Ювам, вам. Юшман, ваха. Третия, твоя. Ювабхьям, юшмабхи. Четвертый випактихи тупхьям те, ювабхьям вам, юшмабхьям ваха. Панчами випактихи тват, ювабхьям юшмат. Шаштхи випактихи тава те, ювайохо вам, юшмакам ваха. Саптами випактихи твои, ювайохо юшмасу. Личное местоимение, второе лицо, ты, юшмад. Склонение по числам в первом падеже. Твам, ювам, юям. Твам, ювам, юям. Предложение мама, мама,
Ядаваха. Мое имя Ядава. Местоимение Мама. Первое лицо, шестой падеж, единственное число. Личное местоимение. Первое лицо. Я Асмат. В первом падеже склонение по числам. Ахам, Авам, Ваям. Ахам, Авам, Ваям. В шестом падеже мама. Слово наман. В первом падеже склонение по числам нама, намни, намани, намани. Нама. Первый падеж, средний род, единственное число. Мама, нама, ядаваха. Мое имя Ядава. Личное местоимение, первое лицо я. Склонение по падежам. Первый падеж, пратхама, випаптихи. Ахам, авам, варям. Двитие, випаптихи. Мам, ма. Авам, нау. Асман, наха. Третия випаптихи. Мая. Авабхьям. Асмаппехи. Чатурти випаптихи. Махьям. Ме. Авабхьям. Нау. Асмаппхьям. Наха. Панчами випаптихи. Мат. Авабхьям. Асмат. Шаштхи випаптихи. Мама, ме. Ава йохо, нау. Асмакам, наха. Саптами випаптихи. Маи, ава йохо, асмасу. Личное местоимение, первое лицо, я. Асмад. Склонение в первом падеже по числам. Ахам, авам. Ваям. Слово среднего рода наман означает имя. Наман. Склонение по падежам. Первый падеж. Нама. Намни. Намани. Намани. Второй. Нама. Намни. Намани. Намани. Третий. Намна. Намапхям. Намапхихи. Намне. Намапхям. Намапхяха. Намаха. Намапхям. Намапхяха. Намнаха, намнохо, намнам, намни, намани, намнохо, намасу, нама, наман, намни, намани, намани. Слово наман означает имя среднего рода, либо линга. Наамам – имя. Следующее предложение. Кани, пушпани, асмин, удьяне. Сколько цветов в этом саду? Кани, пушпани, асмин, удьяне. Местоимение кани. Первый падеж, средний род, множественное число. Вопросительное местоимение среднего рода. Кто?
ким. Склонение этого местоимения в первом падеже по числам. Ким, кэ, пани. Ким, кэ, пани. Местоимение асмин. Седьмой падеж, средний род, единственное число. Указательное местоимение среднего рода. Это и дам. Средний род. Склонение по числам в первом падеже. Идам, име, эне. Имани, энани. Идам, единственное, име, эне, двойственное, имани, энани, множественное. В седьмом падеже асмин. Асмин в этом. Асмин в этом. Удьяне. Седьмой падеж, единственное число. Саду. Асмин удьяне. В этом саду. Кани, множественное число. Сколько? Пушпани. Второй падеж, средний род, множественное число. Цветов. Асмин утьяне. В этом саду. Кани, пушпани, асмин утьяне. Сколько цветов в этом саду? Повторяем склонение по падежам. Вопросительное местоимение среднего рода. Что, какой, ким. Ким. Вопросительное местоимение. Первый падеж. Пратхама випактихи. Ким кэ кани. Двития випактихи. Ким кэ кани. Третия випактихи. Кена капхям каих. Чатурти випактихи. Касмай капхям кэпхяха. Панчами випактихи. Касмат капхьям кепхьяха. Шаштхи випактихи. Касья кайохо кешан. Саптами випактихи. Касмин кайохо кешу. Вопросительное местоимение среднего рода. Что, какой, ким. Что, какой, ким. Склонение в первом падеже по числам. Ким, кэ, кани. Ким, кэ, кани. Указательное местоимение среднего рода. Это. Идам. Идам. Указательное местоимение среднего рода. Идам. Это. Склонение по падежам. Первый падеж пратхама випактихи. Идам, име, эне, имани, энани. Двития випактихи. Идам, энат. Име, эне. Имани, энани. Трития випактихи. Анена, энена. Апхям, эпхихи, чатурти, випактихи, асмай, апхям, эпхяха, панчами, випактихи, асмат, апхям, эпхяха, шаштхи, випактихи, асья, анайоху, эмайоху. Эшам. Саптами випактихи. Асмин. Амайохо. Эмайохо. Эшу. Указательное местоимение среднего рода. Идам. Это.
склонение в первом падеже по числам. Идам, име, имани. Идам, име, имани. Предложение анекани пушпани. Много цветов. Анекани пушпани. В данном предложении местоимение анекани. Много. Первый падеж, средний род, множественное число. Местоимение анекани состоит из приставка на плюс экани. Анекани означает не одни. Экани одни, не одни. Значит, много. На плюс экани, анекани. Не одни, много. Числительное один в среднем роде. Склонение по числам в первом падеже. Экам, эке, экани. Экам, эке, экани. Итак, предложение анекани пушпани. Много цветов. Следующее предложение. Эша, апара, ка. Эша, апара, ка. Это другая. Кто? Это другая. Кто? Эша, апара, ка. Местоимение. Этад. Указательное местоимение женского рода. Это. Этад. Склонение в первом падеже по числам. Эша. Эте. Этаха. Эша. Эте. Этаха. Эша. Первый падеж. Женский род. Единственное число. Это. Вопросительное местоимение женского рода «кто?» – «ким?». Склонение по числам в первом падеже – «ка», «ке», «каха». «Ка», «ке», «каха». «Ка» – первый падеж, женский род, единственное число. «Кто?» «Апара». Другая. Первый падеж. Женский род. Единственное число. Эша. Апара. Ка. Это другая. Кто? Указательное местоимение женского рода. Этад. Этад. Это. Это. Склонение по падежам. Первый падеж Пратхама Випактихи. Эша, Эте, Этаха. Двития Випактихи. Этам, Энам. Эте, Эне. Этаха, Энаха. Третия Випактихи. Это я, эна я, это пьям, это пьи. Четвертый випактихи. Это сяй, это пьям, это пьяха. Панчами випактихи. Это сяха, это пьям, это пьяха. Шаштхи випактихи. Это сяха. Это йохо. Эна йохо. Это сам. Саптами випактихи. Это сям. Это йохо. Эна йохо. Это су. Указательное местоимение женского рода
это, этад, это. Склонение в первом падеже по числам. Эша, эте, этаха. Эша, эте, этаха. Вопросительные местоимения женского рода. Кто? Ким. Ким. Склонение по падежам. Первый падеж. Пратхама випактихи. Ка, ке, каха. Двития випактихи. Кам, ке, каха. Третия випхактихи. Кая, капхям, капхихи. Чатуртхи випхактихи. Касьяй, капхям, капхяха. Панчами випхактихи. Касьяха, капхям, капхяха. Шаштхи випхактихи. Касьяха, кайоху, касам. Саптами випхактихи. Касьям, кайоху, касу. Вопросительное местоимение женского рода. Ким, кто? Склонение по числам в первом падеже. Ка, ке, каха. Ка, ке, каха. Следующее предложение. Иям, тава, хагини. Иям, тава, хагини. Это твоя сестра. Местоимение иям. Первый падеж, женский род, единственное число. Указательное местоимение женского рода это идам. Склонение по числам в первом падеже. Иям, име, имаха. Иям, име, имаха. Иям это. Первый падеж, женский род, единственное число. Местоимение тава. Второе лицо, шестой падеж, единственное число. Личное местоимение, второе лицо, ты. Юшмад. Юшмад. Склонение по числам в первом падеже. Твам, ювам, юям. Твам, ювам, юям. В шестом падеже единственного числа тава. Иям тава хагини. Это твоя сестра. Хагини, сестра. Первый падеж, женский род, единственное число. Иям тава хагини. Это твоя сестра. Повторяем склонение по падежам указательного местоимения это женского рода. Идам. Указательное местоимение идам. Женский род. Это. Первый падеж. Пратхама випактихи. Иям, име, имаха. Двития випактихи. Имам, энам. Име, эне. Имаха, энаха. Третия випактихи. Аная, эная. Апхям, апхи. Чатурти випактихи. Асьяй, апхям, апхяха. Панчами випактихи. Асьяха, апхям. Эпхяха. Шаштхи випактихи. Асьяха.
анайохо, энайохо, асам. Саптами випактихи, асьям, анайохо, энайохо, асу. Указательное местоимение женского рода. Идам, это, склонение по числам в первом падеже. Иям, име, имаха. Иям, име, имаха. Повторяем склонение по падежам личного местоимения второго лица. Юшмад. Юшмад. Ты. Второе лицо. Юшмад. Первый падеж. Пратхама випактихи. Твам, ю, вам, ю, ям. Двития випактихи. Твам, тва, ю, вам, вам. Юшман, ваха. Третия випактихи. Твоя, ювап, ям. Юшмап, ии. Четвертый випактихи. Тупхьям, те. Ювапхьям, вам. Юшмапхьям, ваха. Панчами випактихи. Тват. Ювапхьям, юшмат. Шаштхи випактихи. Тава, те. Юва йохо, вам. Юшмакам, ваха. Саптами випактихи. Твои, ювайохо, юшмасу. Личное местоимение. Второе лицо. Юшмат. Ты. Склонение по числам в первом падеже. Твам, ювам, юям. Твам, ювам, юям. Следующее предложение. Сарве джанаха сундараха. Сарве джанаха сундараха. Все люди красивые. Местоимение сарве. Первый падеж. Мужской род. Множественное число. Местоимение мужского рода. Каждый. Сарва. Склонение по числам в первом падеже. Сарваха. Сарвау. Сарве. Сарваха. Сарвау. Сарве. Джанаха. Люди. Первый падеж. Мужской род. Множественное число. Сундараха. Первый падеж. Мужской род. Множественное число. Красивые. Сарве джанаха сундараха. Все люди красивые. Местоимение мужского рода. Сарва. Каждый. Склонение по падежам. Первый падеж. Сарваха. Сарвау. Сарве. Второй. Сарвам, сарвау, сарван. Третий. Сарвена, сарвапхьям, сарвайх. Четвертый. Сарвасмай, сарвапхьям, сарвепхьяха. Пятый. Сарвасмат, сарвапхьям, сарвепхьяха. Шестой. Сарвасия, сарвайохо, сарвешам. Седьмой. Сарвасмин, сарвайохо, сарвешу. Это склонение по падежам. Местоимение мужского рода. Сарва. Каждый. Сарва. Каждый. Предложение. Сарваха, латаха,
Манохараха. Все лианы красивые. Сарваха, латаха, манохараха. Местоимение сарваха. Первый падеж, женский род, множественное число. Местоимение женского рода каждая сарва. Склонение по числам в первом падеже. Сарва, сарве, сарваха. Сарва, сарве, сарваха. Латаха. Первый падеж, женский род, множественное число. Лианы, латаха. Манохараха. Первый падеж, женский род, множественное число. Красивые. Сарваха, латаха, манохараха. Все лианы красивые. Местоимение женского рода сарва каждая. Склонение по падежам. Первый падеж. Сарва, сарве, сарваха. Второй. Сарвам, сарве, сарваха. Третий. Сарвая, сарвабхьям, сарвабхихи. Четвертый. Сарвасьяй, сарвабхьям, сарвабхьяха. Пятый. Сарвасьяха, сарвабхьям, сарвабхьяха. Шестой. Сарвасьяха, сарвайохо, сарвасам. Седьмой. Сарвасьям, сарвайохо, сарвасу. Местоимение женского рода сарва. Каждая. Предложение следующее. Сарвани, камалани, викашитани. Сарвани, камалани, викашитани. Все лотосы распущены. Сарвани. Местоимение. Первый падеж, средний род, множественное число. Все. Местоимение среднего рода каждый сарва. Склонение по числам в первом падеже. Сарвам, сарве, сарвани. Сарвам, сарве, сарвани. Сарвани. Все. Камалани. Лотосы. Первый падеж, средний род, множественное число. Камалани. Лотосы. Викашитани. Распущены. Распущены. Викашитани. Первый падеж, средний род, множественное число. Сарвани, камалани, викашитани. Все лотосы распущены. Местоимение среднего рода. Сарва. Каждый. Склонение по падежам. Первый падеж. Сарвам, сарве, сарвани. Второй. Сарвам, сарве, сарвани. Третий. Сарвена, сарвабхьям, сарвайх. Четвертый. Сарвасмай, сарвабхьям, сарвебхьяха. Пятый. Сарвасмат, сарвабхьям, сарвебхьяха. Шестой. Сарвасья, сарвайохо, сарвешам. Седьмой. Сарвасмин, сарвайохо, сарвешу. Местоимение среднего рода сарва каждый. Упражнение к третьему уроку. Упражнение первое. Добавьте к этим местоимениям подходящие существительные. Местоимение аям, аха, са, тава, идам, авам, сарве.
из имени Аям. Аям Мунихи. Этот мудрец. Аям. Первый падеж, мужской род, единственное число. Указательное местоимение мужского рода. Это. Идам. В мужском роде склонение по числам в первом падеже. Аям, Имау, Име. Аям, Имау, Име. Мунихи. Первый падеж, мужской род, единственное число. Мудрец. Аям Мунихи. Этот мудрец. Повторяем склонение по падежам указательного местоимения мужского рода. Это и дам. Это. Первый падеж. Пратхамад и Пхактихи. Аям Имау Име. Двития Випхактихи. Имам Энам, Имау Энау, Иман Энам. Третия Випхактихи. Анена Энена, Абхьям Эпхихи. Чатуртхи Випхактихи. Асмай Абхьям Эпхьяха. Панчами Випхактихи. Аснат Абхьям Эпхьяха. Шаштхи Випхактихи. Асья Анайохо Энайохо Эшам. Саптами Випхактихи. Асмин Анайохо Энайохо Эшу. Указательное местоимение мужского рода. Идам – это. Склонение по числам в первом падеже. Аям, Имау, Име. Аям, Имау, Име. Местоимение Каха. Каха Асаум Бала Каха. Каха Асау Бала Каха. Кто тот мальчик? Каха. Первый падеж. Мужской род, единственное число. Вопросительное местоимение мужского рода. Кто? Ким. Склонение по числам в первом падеже. Каха, кау, ке. Каха, кау, ке. Местоимение асау. Первый падеж, мужской род, единственное число. Указательное местоимение мужского рода. То, адас. Склонение в первом падеже по числам. Асау, аму, ами. Асау, аму, ами. Слово балакаха. Мальчик. Первый падеж, мужской род, единственное число. Каха, асау, балакаха. Кто тот мальчик? Повторяем местоимение ким, вопросительное местоимение мужского рода кто. Первый падеж. Пратхама випхактихи. Каха кау ке. Двития випхактихи. Кам кау кан. Третия випхактихи. Кена капхьям кайх. Чатуртхи випхактихи. Касмай капхьям кепхьяха. Панчами випхактихи. Касмат капхьям кепхьяха. Шаштхи випхактихи.
Кася, Каюхо, Кешам. Саптами Випактихи. Касмин, Каюхо, Кешу. Вопросительные местоимения мужского рода кто? Ким. В первом падеже склонение по числам Каха, Кау, Ке. Каха, Кау, Ке. Указательное местоимение мужского рода ТО. Адас. Адас. ТО. Мужской род. Первый падеж. Пратхама випхактихи. Асау, Аму, Ами. Двития випхактихи. Амум. 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 Третия випхактихи. Амума. Аму хьям. Ами пхи. Чатуртхи випхактихи. Амушмай. Аму хьям. Ами пхиха. Панчами випхактихи. Амушмат. Аму пхьям. Ами пхиха. Шаштхи випхактихи. Амушья. Аму йохо. Амишам. Саптами випхактихи. Амушмин. Аму йохо. Амишу. Указательное местоимение. Адас. Мужской род. То. Склонение по числам в первом падеже. Асау, Аму, Ами. Асау, Аму, Ами. Местоимение Са. Местоимение Са. Са, Балика, она, девушка. Са. Первый падеж, единственное число, женский род. Личное местоимение, третье лицо, женский род, она, тад. Склонение по числу в первом падеже. Са, те, таха. Са, те, таха. Са, балика. Балика, первый падеж, единственное число, женский род. Са, балика. Она, девушка. Повторяем склонение по падежам личного местоимения третьего лица тад женского рода. Первый падеж. Пратхама випхактихи. Са те таха. Двития випхактихи. Там те таха. Третия випхактихи. Тая тапхям тапхихи. Чатуртхи випхактихи. Тасьяй тапхьям тапхьяха. Панчами випхактихи. Тасьяха тапхьям тапхьяха. Шаштхи випхактихи. Тасьяха тайоху тасам. Саптами випхактихи. Тасьям Тайохо Тасу. Личное местоимение. Третье лицо. Тад. Женский род. Склонение по числам в первом падеже. Са Те Таха. Са Те Таха. Местоимение Тава. Ким Тава Нама. Как твое имя? Ким Тава Нама. Тава. Второе лицо. Шестой падеж. Единственное число. Местоимение Юшмат. Личное местоимение. Второе лицо. Ты. Юшмат. Склонение по числам. Первый падеж. Второе лицо. Твам, ю, вам, ю, ям.
Твам, ю, вам, ю, ям. В шестом падеже единственного числа склонения тава. Твое. Местоимение ким. Вопросительное местоимение среднего рода. Кто? Ким. Склонение по числам в первом падеже. Ким, кэ, кани. Ким, кэ, кани. Ким, тава, мама. Как твое имя? Вопросительное местоимение ким. Средний род. Что? Какой? Склонение по падежам. Первый падеж. Пратхама випхактихи. Ким ке кани. Двития випхактихи. Ким ке кани. Третия випхактихи. Кена капхьям каих. Чатуртхи випхактихи. Касмай капхьям кепхьяха. Панчами випхактихи. Касмат капхьям кепхьяха. Шаштхи випхактихи. Касья кайохо кешам. Саптами випхактихи. Касмин кайохо кешу. Вопросительное местоимение среднего рода ким, что, какой. Склонение по числам в первом падеже. Ким, кэ, кани. Ким, кэ, кани. Склонение по падежам личного местоимения юшмат. Второе лицо. Ты. Первый падеж. Пратхама випактихи. Твам, ювам, юя. Двития випактихи. Твам, тва. Ювам, вам. Юшман, ваха. Третия випактихи. Твоя. Ювабхьям, юшмабхихи. Чатуртхи випхактихи. Тупхьям те. Ювабхьям вам. Юшмабхьям ваха. Панчами випхактихи. Тват. Ювабхьям. Юшмат. Шаштхи випхактихи. Тава те. Ювайохо вам. Юшмакам ваха. Саптами випхактихи. Твои ювайохо юшмасу. Личное местоимение. Второе лицо. Юшмат. Ты. Склонение по числам в первом падеже. Твам. Ювам. Юям. Твам, ювам, юям. Местоимение идам. Идам пустакам. Идам пустакам. Это книга. Идам. Первый падеж, средний род, единственное число. Местоимение это. Средний род. Местоимение указательное это также женского рода и мужского. Для повторения здесь дан первый падеж, склонение по числам в мужском, женском и среднем роде. Мужской род аям и мау эме, женский аям эме. И маха, и средний, и дам, и мэ, и мани. И дам, средний род. Пустакам, первый падеж, средний род, единственное число.
и дам пустакам. Это книга. Повторим склонение указательного местоимения. И дам среднего рода. Это первый падеж. Пратхамави пхактихи. И дам име, эне, имани, энани. Двития дипаптихи. И дам энат. Име, эне, имани, энани. Третия випактихи, анена, энена, апьям, эпхи. Четвертый випактихи, асмай, апьям, эпхиаха. Панчами випактихи, асмат, апьям, эпхиаха. Шаштхи випактихи, асья, анайохо, энайохо, эшам. Саптами випактихи, асмин, анайохо, энайохо, эшу. Указательное местоимение среднего рода. Идам – это склонение по числам в первом падеже. Идам, име, имани. Идам, име, имани. Местоимение авам. 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 Первое лицо, первый падеж, двойственное число. Авам. Личное местоимение первого лица. Я. Асман. Склонение по числам в первом падеже. Ахам, авам, ваям. Ахам, авам, ваям. Балакау. Первый падеж, мужской род, двойственное число. Двое мальчиков. Авам, балакау. Мы двое мальчики. Авам, балакау. Личное местоимение, первое лицо, асмат. Я, личное местоимение. Склонение по падежам. Первый падеж, пратхамави пхактихи. Ахам, авам, ваям. Двития випхактихи, мам, ма, авам, нау, асман, наха. Третия випхактихи, мая, авабхьям, асмабхихи. Четвертый випхактихи, махьям, ме, авабхьям, нау, асмабхьям, наха. Панчами випхактихи, мат, авабхьям, асмат. Шаштхи випхактихи, мама, ме, авайохо, нау, асмакам, наха. Саптами випхактихи, мои, авайохо, асмасу. Личное местоимение, первое лицо. Асмат. Я. Склонение по числам в первом падеже. Ахам, авам, ваям. Ахам, авам, ваям. Местоимение сарве. 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 Первый падеж. Мужской род. Множественное число. Все. Сарве джанаха сундараха. Сарве джанаха сундараха. Все люди красивые. Местоимение мужского рода. Каждый. Сарва. Склонение по числам в первом падеже. Сарваха. Сарвау. Сарве. Сарваха, сарвау, сарве. Сарве. Все. Джанаха. Первый падеж, мужской род, множественное число, люди. Сундараха, первый падеж, мужской род, множественное число, красивые. Сарве, джанаха, сундараха, все люди красивые.
местоимение мужского рода сарва, каждый, склонение по падежам. Первый падеж. Сарваха, сарвао, сарве. Сарвам, сарвао, сарвам. Сарвена, сарвапхьям, сарвайх. Сарвасмай, сарвапхьям, сарвепхьяха. Сарвасмат, сарвапхьям, сарвепхьяха. Сарвасья, сарвайохо, сарвешам. Сарвасмин, сарвайохо, сарвешу. Местоимение мужского рода сарва, каждый. Упражнение второе третьего урока. Вставьте правильное местоимение. Уттамаха, балакаха и варианты таха, иям, саха. Уттамаха, балакаха. Прекрасный мальчик. Уттамаха балакаха. Первый падеж, мужской род, единственное число. Уттамаха, прекрасный балакаха. Мальчик. Берем местоимение саха. Третье лицо, первый падеж, мужской род, единственное число. Он. Саха уттамаха балакаха. Он прекрасный мальчик. Он прекрасный мальчик. Местоимение иям относится к женскому роду. Таха это множественное число. Саха уттамаха балакаха. Он прекрасный мальчик. Предложение второе. Сундарани пустакани. Три варианта. Сундарани пустакани. Сундарани – это замечательные. Пустакани – книги. Первый падеж – средний род, множественное число. Первый падеж – средний род, множественное число. Пустакани – книги. Сарваха – это означает «все», «не подходит». Юям – это вообще, кажется, ошибка, но не подходит к нам. И этани – эти – средний род. Первый падеж – средний род, множественное число. Этани – это нам подходит. Этани, сундарани, пустакани – эти замечательные книги. Этани, сундарани, пустакани. Третье предложение второго упражнения. Сущилау чхатрау. Сущилау чхатрау. Сразу видим, что это двойственное число. Чхатрау. Первый падеж. Мужской род. Двойственное число. Чхатрау. Двое учеников. Сущилау. Первый падеж. Мужской род. Двойственное число. Сущилау. Два беспокойных. Двое беспокойных. Сущилау. Чхатрау. Двое беспокойных учеников. Местоимение. Асау и аян не подходят. Это первый падеж, что то, что другое. Тау – это первый падеж, мужской род, двойственное число. Тау – они. Тау. Значит, берем это местоимение. Тау, сущилау, чхатрау. Они двое, беспокойные ученики. Тау, сущилау, чхатрау.
Четвертое предложение второго упражнения. Мама грехам. Предлагаемые местоимения аям и ям твам. Мама грехам. Мама шестой падеж, единственное число. Ахам я. То есть это мой. Мой. Грехам первый падеж. Дом грехам. Единственное число. Значит, это мой дом. И ям это женский род. Твам это ты. Значит, подходит аям. Аям первый падеж, мужской род, единственное число. Аям мама грехам. Это мой дом. И последнее, пятое предложение второго упражнения. Сундари, Балика. И три варианта. Ким, Идам, Са. Сундари, Балика. Сундари, первый падеж, женский род, единственное число. Красивая. Балика, первый падеж, женский род, единственное число. Девушка. Местоимение Ким, это средний род. Идам, тоже средний род. Са, женский род. Это нам подходит. Первый падеж, второе лицо, женский род, единственное число. Са, Сундари, Балика. Она красивая девушка. Са, Сундари, Балика. Упражнение третье, третьего урока. Переведите на санскрит. Мы студенты, все манга, этим мальчикам, ваша книга, это девушка. Итак, мы студенты. Ваям чхатраха. Ваям, первое лицо, первый падеж, множественное число. Ваям. Ваям. Чхатраха. Первый падеж, множественное число, мужской род. Чхатраха. Ваям чхатраха. Мы студенты. Все манга. Сарвани амрани. Сарвани все. Первый падеж, множественное число, средний род. Сарвани все. Амрани. Первый падеж, множественное число, средний род. Амрани. Сарвани, амрани. Все манга. Третье предложение. Этим мальчикам. Иман балакан. Иман. Второй падеж, множественное число. Мужской род. Этим. Иман. Иман. Этим. Иман. Второй падеж. Множественное число. Мужской род. Балакан. Второй падеж. Множественное число. Мужской род. Балакан. Иман. Балакан. Этим мальчиком. Четвертое предложение. Ваша книга. Тава пустакам. Тава пустакам. Тава. Это второе лицо, шестой падеж, единственное число. Тава. Ваша. Пустакам. Первый падеж, единственное число, средний род. Пустакам. Книга. Тава пустакам. Ваша книга. Это девушка. Пятое предложение. Иям балика. Иям. Первый падеж. Единственное число. Женский род. Это. Иям. Балика. Первый падеж. Единственное число. Женский род. Балика. Девушка. Иям. Балика. Это девушка. Иям балика.